have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки Термина. Да, пришло время Термины, доблизится фестиваль. Мы с механиком. Эй, я думаю, нам нужно бы немножко посидеть. Я немножко... У меня было достаточно приключений. Нет. И оп, мы без механика. Игра, за что? За что игра? Ну почему? Что здесь не так? Я такой думаю, я сейчас дойду до того момента, я сохранюсь. Я это... Ага, я это. Тут, короче, смотрите, такая фишка с напарниками, они чертовски нестабильны. А что мне теперь делать? Как... Так, что с поездом происходит? По-честному, начинаю терять надежду. А, то есть, так для меня полная загадка, почему двигатель себя так ведет. Я попробую позже понять некоторые запчасти, но не знаю, если это поможет. Надо будет затаив дыхание все делать. Я вообще, что это делать? Я перепроходил раза, наверное, 4. Сложность заключалась в том, нужно было дойти туда. Дойти туда не проблема, потому что на пути туда у нас дровосек занят... собственно, отсеканием головы того бедняги. На обратном пути убежать от дровосека очень сложно. Драться с ним тоже очень сложно, потому что скотина очень сильная. Я такой, ну, дойду-ка я, наверное, попробую сделать так, обхитрить его, убежать от него, приду, сохранюсь, и сейчас вместе с ней спать и пойду дальше. Да, пойду я дальше, короче. Я пошел терять надежду. Never mind. Знаете, что я сейчас тогда думаю? Давайте я загружу дневной, ну, то есть это сейчас дневной сейв, давайте я загружу утренний сейв, попробую еще раз получить механика и попробую убить дровосека, чтобы... А чтобы что? Ну, я получу тогда доступ к подвалу, но мне это ничего не дает. Я могу... Могу опять пойти в город, порубить всякую мелочь. Фишка в том, что после сохранения она от меня сваливает. Опять же, нужно сохраниться мелком, но в этот раз у меня нету мелка. Черт, и что теперь делать? Ладно, ребят, погодите. Ладно, ребятки, давайте тогда с этого момента, где мы немножко по туннелям пошаримся. Может, мы тут какой-то лут найдем. По-моему, тварь не вырвется, пока мы не дойдем до второго этажа. О, вот и пила нашлась. Здравствуйте. Так, консервы. Погоди, их можно двигать? Я понял. А зачем? Я тут немножко сейчас пошарюсь. Просто полутать, потому что я... Мел! Погодите, я нашел мел. Дакт тейп. Два болта. Давайте... А мне в любом случае сейчас через лесника идти, чтобы даже сохраниться. Тут нашел, блин, мел на свою голову. И то, смотрите, не каждая штука, она же дает сохранение, насколько я понял. Черт. Я не хочу здесь сейчас шариться по той простой причине, что та штука начнет ломиться, вот, словно не откуда-то, и оно нас убьет, неважно сколько нас, один, два, оно нас убьет, поэтому... Поехали, попробуем. Короче, тут, знаете, вот эта фишка меня уже начинает потихонечку с нее тошнить, потому что день начинается с того, как он выходит с поезда, со всеми надо потрындеть, и это не скипается, это просто ужасно. Во-первых, во-вторых, по пути сюда нужно как-никак сражаться с двумя собаками, они несложные, вот, но дикий рандом, они плюются ядом, и когда это случается, у меня обычно нет противоядия, и получается, эту катку нужно сворачивать, ну, типа, загружаться, потому что, ну, оно меня отравило, и все на этом, я ему больше нифига не сделаю, вот. Хотя можем на самом деле и не к леснику сейчас пойти, мы можем пойти... Стойте, а что если мы сейчас попробуем пойти поискать все-таки солдатика? The Soldier Boy. Красная травка, хорошо. Гнилое мясо. У нас тут безлунницы нету, да? Давайте тогда тут немножко пошаримся, мы вроде тогда по удаче выносили этих ребят, давайте пробовать...
В торс. Главное не промахиваться. Да, мы их в торс выносим, хорошо. По крайней мере, я очень жалею, что я не могу сохраниться. Это просто держит в напряжении невероятнейшем. Потому что чуть что, и ты улетаешь на загрузку. Так, ну давай обыскивать серп. Заплесневелый бред. Ничего полезного. Рагу нашли, неплохо. 5 шиллингов. Шотгановые патрончики нашли. А, вот, это же машина, которую, по идее, должен искать этот... Да нет, я пошутил, мы вдвоем не выбьем, ты чё? Тут нужно фулл пати или ключик. Так, ладно. Пойдем пошаримся по подвалам, во-первых. Во-вторых, мы не будем, наверное... О, привет. Стеклянная бутылка. Ну, давай. Блин, вот это тебя пчелы-то покусали, дружище. Какой капкан? Иди к черту. Погладил меня по голове, тварина. Когда ты такой крепкий стал? Фиг ли 4 удара? Ржавую трубу нашли. Так, а мне бы, может, тогда чем-то подлечиться, что ли? Что мне из хилок есть? Табак? Зеленые. Зеленые у нас это, да, красные. Подлечиться мне нечем. Давайте по оружию посмотрим. Оптимайз. Тут не это. У нее тоже самое лучшее. Но то, что меня ударили, мне не нравится. Вот мне вот вообще как-то не нравится то, что меня ударили. Так, это я уже облутал. Давайте вот эту почемочек, вот этот гляну. Синяя травка, да. Синюю травку мы можем смешать с красной. А можем? А мы еще, наверное, не умеем такое делать, да? Скиллы. Есть hurting. Я могу схавать синюю травку, наверное. Нет, погоди. Плюс 12. Это немного. Ладно, пусть пока так будет. Буду при смерти, там посмотрим. Давайте, эту дверь мы с вами уже выбивали. Не, погодите, я говорю, мы выбивали уже эту дверь. Вы что, дайте максимальный дэмэдж, пожалуйста. Вот. 250-252, нормально. Потому что тут был 243, по-моему. Ой. Что-то вы тут делаете? Заходить завтра? Да нет, дружок, нам бы вот... Так грубо. А зачем я сюда тогда приходил? Так, мне нужно... Да, вон того чувачка мне трогать нельзя. Вот вообще никак нельзя, ни в коем случае нельзя привлекать его внимание. Пусть он идет лесом, потому что оно меня убьет. Ты можешь, пожалуйста? Ладно. Мы сейчас в поисках солдатика, если что. Вы мне там подсказывали, что его надо искать по каким-то там подвалам. Не работает. А, черной материи? Извиняюсь. Стекло. Наступил на стекло. Это вроде просто... Ой, еще одна синяя травка. Вроде просто на стелс влияет, да, если я правильно помню? Можно свечку зажечь. Хочу ли я сюда? Наверное, хочу. Я тут видел моба.
Вон она пошла. Пойдемте вниз. Не хочу лишний раз нарываться. Тот урок, который для себя усвоил, что здесь каждый бой лишний. Вот тут нету чего-то, что типа... Что на... О, а ты у нас случайно не сейф? Ну-ка. Не реагирует на мой рисунок, отлично. Серьезно, кожаная Библия Грегорота? Кто проживает на дне океана? А если свечи зажечь? А сколько у меня свечек? Ой, спичек. Не помню, надо будет посмотреть. Я понимаю, что я могу прямо сейчас посмотреть. Мне лень. Морковка и митпай. Я только что мелочек просрал, да, видимо? То есть я его собирался придержать, чтобы сливануться, но туда нужно идти через лесника. Продолжаем лазить. А, это я помню. Спасибо. Пилюли. Так, а проломить это не могу. Что если мы сейчас... Погодите, а куда мы сейчас вот так выйдем? Случайно не к леснику ли, только с другой стороны? Да, так и есть, пошел нафиг. Ха! Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Обманули дурачка. Так, итак, мы относительно целые, у нас относительно неплохо идет, и у нас относительно успешно выполнен побег от... Иди нафиг. Вот этот. Погодите, а мелок получается многоразовый? А кого я могу по... А, тут же жертву можно при... Погодите. Это интересно. Тут еще одна зеленая травка, которую я не заметил. Сохраниться я тут, конечно, не сохра... Не сохранюсь. Но это интересный момент. А, теперь вот в этой компании вместе с ней я могу попробовать пойти туда... Да, солдат-то, кстати, я так не нашел. Но я могу попробовать пойти туда к чумным, где у нас док. Может быть, я и дока с собой смогу прихватить. Но он только по той территории будет ходить, да, я так понимаю? Еще одна зеленая травка. У меня глаз не наметан еще на подбор всяких вкусностей. Надо привыкать к тому, что они тут есть. И мне нужно... Тут же нет, наверное, такой вещи, как алхимелия, да? Мне нужно понять, как... смешивать травы. Или мне для этого... Погодите, мне для этого, наверное, нужен будет этот персонаж, который занимается всей этой фигней, да? Красная травка. Синяя. Ну, наконец, немножечко синих травок-то налутали. Яйцо. С голоду тоже, кстати, не пормем. Гнилое мясо. Так. Мне нужно принести голову лесника, да, насчет голов, я помню, что вы писали, правда, это было давно, и помню я смутно, но я помню, что что-то было. Так, нет, сохраняться я сейчас пока что не пойду, что у меня по состоянию? Голод вроде терпит, может быть мне... Да, от рвоты... 4. Давайте я чуть-чуть его подлечу. Чтобы он хоть капельки вне опасности был. Теперь попробуем в эту сторону сходить. Я рассчитываю к доку подойти, потому что у нас уже двое, мы можем потихоньку наезжать. И к тому же мне кажется, что к доку я подходил уже после обеда. Будет интересно к нему зайти утром. А,
Спасибо, дали мне сюда пройти. Давайте поисследуем. Короче, смотрите, методом научного тыка. Я пока что, в принципе, я понимаю, что у нас есть 3 дня, и наша цель избавиться от людей здесь. Но меня пока что жутко бесит тот момент, что я не могу по-человечески сохраниться. Каждый раз, когда я сохраняюсь, происходит какой-то трындец. Проходит полдня, от меня уходит персонаж, и еще какая-то фигня. Я хочу возможность спокойно, по-нормальному сохраниться и подумать. Я сейчас буквально хожу по минному полю, потому что я что-то сделаю, и мне опять придется делать заново все те действия, которые вот... Иди нафиг! Ай, блин, больно! Тварина, надо сразу его догнать и убить к черту. Я помню, что он с той стороны бегал, я его испугался в прошлый раз. Иди сюда, этот позитивная какашка. Ай, больно. Он мне ничего не отстрелил, надеюсь. Блин, оно попало, по-моему. Лупим его в торс просто. Да, нормально, он улетает. Обыскать. Патрон находим, винтовка сломана. Это я помню, да. Вот на что это рассчитано, что эта скотина с этой стороны стоит и... О, а что за дверка? Но я ее не выломлю вдвоем. Да, тут бы кого-то еще... Так, тварина, кстати, по нам довольно неплохо попала. 2 раза. Так, его через коромысло. Ну, хорошо. Сюда я могу... А, да, тут травка была. Как раз вот эту травку заберу. Использовать пока не буду. Ой. Неприятненько получилось. Ну, хорошо. По крайней мере, это ничего ужасного пока что. Я так говорю, как будто я на что-то надеюсь. Нет, я ни на что не надеюсь. Я надеюсь, что будет тихо и спокойно. Я знаю, что не будет. Не в этой игре. Здрасте, мордасти. Что такое? Что ты делаешь? Куда ты идешь? Я бы сейчас не трендела бы, если слишком много времени потратила. Идешь... Приятно с тобой встретить... Напасть на нее? О-о-о. Да, мне тоже. А, начинает голодать. Минуточку, голод мне сейчас будет давать дебаф? 67-71. Погодите, пока что не буду еще есть. Тут фишка в том, что есть опция сразу на всех нападать. И я не знаю, учитывая то, что, наверное, это цель моей игры. Убить тут всех к черту. То я бы, наверное, не сказал бы, что это худшая возможность. Я пока нападать не буду. Знаете что, ребят? Напишите ко мне в комментах такую штуку. Вот сейчас первый день и всякое такое. Стоит ли мне... Ну, то есть, я буду разменивать свою хпшку на то, чтобы кого-то лупасить. Вот тех людей, которые не нападают на меня. Стоит ли мне это делать? Или стоит ли немножечко повременить? Паприка. Пам-пам-пам-пам-пам. А можно было и тут пройти. Криво, но можно. Хорошо. Так вот, пишите, упускаю я что-то или нет. Стоит ли мне такое дело? Блин, тут какая-то фигня сейчас как накинется на меня. Синее море. Ладно, поехали. По сути, то, что я сейчас делаю, это просто с разных точек сохранения с утра, с дня пытаюсь что-то... На тех, кто выжили. Можно опять же напасть на них. Опа. Вика, привет, я тебя вижу. Репа, и погодите, там было козлячье копыто? Это то, что мне кажется? Пожарить я ничего не могу. У меня вроде ничего сырого с собой не было. Наплутать. Сушеное мясо, отлично. А убивать его... Finish him. Я пока, наверное, не буду. Я понимаю, что каждое мое решение сейчас может мне потом выйти боком, поэтому я не уверен, поступаю я правильно или нет.
Да, капкан, здравствуйте. Это я помню. Это я тоже помню. А док у нас где? Ай, блин. Гнилое мясо, мука. Тьма. Ладно. Блин, бомжатники эти. Свали от меня, свали от меня, свали, свали, свали к черту, к черту, к черту. Я тебя не вижу, я тебя не слышу. Иди нафиг. Иди нафиг! Блин, они так целеустремленно ко мне движут. Блин, она меня зажала. Из-за морковки! Она меня зажала из-за морковки. Так, ладно. Пытаемся вынести корпус. Нормально, уходит с двух ударов. Но это были хорошие два сильных прям удара такие. Обыскать табак. Ну, и то неплохо. Оно нас не коцнуло, мы у него забрали табак. Я считаю, что выигрышная ситуация. Синяя травка. Тут сейчас... Еще... Погодите, а док был вон там, возле... А, счастливая монетка. Дока тут еще нету. Железное копье. Нет, не ты. Equip. Минус, минус, минус. Плюс один. Да, давайте. Как минимум, пока она от нас не ушла, возможно... погодите. Да, у нее так будет больше дэмэджа. Но нужно запомнить, что мы ей отдали нашу рапиру, потому что... Да, заткнись ты. Потому что она потом уйдет и... Что-то происходит. Просто оставьте меня, просто оставьте. Да, зажгу-ка я у тебя тут огонечек. Да, красивые декорации, головы, головы там вон, да, не хватает голов. Хорошо. На самом деле, я думаю, что я, возможно, схожу теперь с улучшенным дэмэджем. Я теперь, возможно, все-таки схожу за дровосеком. Хотя, знаете, тут есть еще что полутать. Можно, кстати, похавать, я думаю. Сушеное мясо. Шестьдесят два процента. Давайте-ка мы ей. Что мы можем? Гнилого мяса. Ну понятно, оно ее отравит. Морковку можно или овощной пирог. Рагу. Черная материя нас отравит. Так, хорошо. Это тоже отравит. Я бы предпочел бы, наверное, не расходовать. Пусть она еще проголодается немножко. Шотган шелст, это, конечно, круто. А как туда наверх попасть? Ладно, пойдем пока сюда. Еще капканы. Что не может не радовать. Здравствуйте. Ай, ты. А что тут происходит? А что ты имеешь в виду? Что? Ты, наверное, видел, в каком состоянии тут люди? Так, нужно быть осторожным с тем, что произойдет в будущем. А что ты знаешь про этот... Про эти наросты, так? Это разве не в город шла? Да, но теперь не знаю, что делать. Полагаю, в городе теперь будет не так уж и лучше. Что сейчас будем делать?
ничего не делать, я работаю одна. Мне нужно исследовать вот эту фигню. Сейчас просто ставки выше, это все. Одной не будет безопасно. Ты обо мне или о себе беспокоишься? Хороший подход, да. Извини. Но тебе, по-моему, будет гораздо безопаснее, если ты вернешься к поезду. О, это она опять про свои теории заговора начинает. То, что ее информатор сказал, что здесь нужно будет искать. Ну, в общем, она считает, что все, что здесь происходит, как раз то, что сказал ее информатор. Чувак мне заплатит, как только вернусь обратно в цивилизацию. Так. Пирожок нашли, трубку нашли, это хорошо. Три спички нашли, вообще супер. Я бы хотел, чтобы она пошла с нами. Да фиг ли тут все так капканами-то уставлено? Счастливая монетка. Реально как по минному полю ходишь. Это должна быть комната с телевизором. И что? Бесполезно, потому что нет электричества. Что у нас по хавчику? 54%. Дам ей покушать. Только не мидпай, давайте vegetable pie, у нас их 4. Как бы не вступить во что-нибудь, вот что меня пугает, наверное, даже больше. Хотя... Не работает, ладно. А, это комната с двумя упырями! Лучше по очереди с ними сражаться, пока они не начали стрелять. 313, неплохо урон вырос, мне нравится. Главное не промахиваться, так. Он капкан поставил. Я ванш 366, ваншот, неплохо. Ну-ка, обыскиваем, ну... Забрали у него серп, а у этого порох. Investigate. Так, белый флакончик нашли. Они тут гнилое мясо жрали, что ли? Кроссворд пазл. Интересно, чем он и как мне потом пригодится. Я думаю, что пригодится. Я абсолютно зря тогда потратил монетку, лутая сундучок. Ага, мертвое тело, относительно свежее. Нельзя сказать точно о причинах смерти. Присутствует много физических повреждений. Может быть, он умер от сердечного приступа, или его отравили, или другие какие-то. Так, ну обыщем. Да не, нет, нет. Что-то в его кармане. Попробовать достать. Солдатский дневник 1. Так, items. Кстати, у меня за 6 спичек у меня. Пеппелс. Патроны уже накопились, неплохо. Мелочек, на одно применение осталось, я понял. У меня есть ключ от канализации. А когда я его... Когда я его подобрал? Ладно. Солдатский дневник. Давайте смотреть.
Что это за закоулки? Что это на самом деле за закоулки? Когда я услышал об этом задании, я узнал, что город Прехивель был, по крайней мере, приличных размеров. И надеялся, что смогу поразвлекаться с местными танцорами и уличными девочками. Но, к сожалению, мне тут не очень комфортно с местными. Честно говоря, я шокирован тем, как изменился размер города. Feeling hungry опять, ладно. От влияния соседства в нынешнее время. Жители Прехивеля до сих пор очень религиозные. Человеческие жертвы меня пугают. Я видел ужасы войны. Но те кресты, которые расставлены здесь, ну, распятия, как бы пугают меня до дрожи, ну, до холодка в спине. Интересненько, интересненько. Это, случайно, не наш солдатик? Не то, что мы искали, нет? Так, пивасик, это нам менталочку поправит, если что. Открываем, чё? Майнд у нас до сих пор в хорошем состоянии, нам нужно будет хавать скоро. Уже. Этот пирог я никак не возьму, никак. Бочку лутанем, морковка. Синяя травка, яйцо. Насчет готовки, я еще не уверен, что да как, я не хочу... Блин, она перекрывает. Я не хочу использовать много ингредиентов, но если придется... Погоди, это что я думаю? Написано кровью. Вооружайся, фестиваль термина. Кровь грядет. Взять ружье, да, взять. Ружье 303 МК1. Заряжен одним патроном 33-го. Так, у меня были еще патроны 33-го. Дело в другом, что по дэмэджу? Я же вроде как не очень хорошо умею этой штукой пользоваться, правильно? Я же не солдат. Погоди, эквип. Все, что есть, оно гораздо... Нет, погоди, дам тебе пока что офицерский меч. Сколько у меня патронов? Патроны вообще тут? 5 штук. 5 выстрелов у меня есть. И оно дает типа неплохой дэмэдж. Хочу ли я? Понимаете, я могу промазать запросто. А почти... Да, ты даже им пользоваться не можешь. Да, прикиньте, стрелять может только она. А инвентарь у нас общий, получается, да? Ну, давайте, на самом деле... У меня сейчас там стоит шпага, да, получается, она дает 65, это будет 76. Давайте рискну. Я не знаю, как мне это потом аукнется. У меня есть, надо запомнить, что у меня есть 5 выстрелов, не больше. Потом нужно будет менять на милишное оружие. Альмеровское распятие, окей. Да, твою Я как раз подумал о том, что обычно, когда тебе дают новую пушку, игра такая говорит, на, попробуй на ком-то, а потом, ну стоп, но это же не просто игра, здесь нету просто так патронов и всякое такое, тебе не дадут просто так что-то попробовать. И в самом деле,
Ой, очищающий талисман дали. Отлично. Вандер. Шиллинги. Мне кажется, я опять сейчас подхожу к тому упырю с... Я не буду торопиться, мне тут еще есть куда пойти, подождите, я еще сюда... не-не-не-не-не-не-не, в смысле, выстрел... Я сейчас буду в дверь стрелять? Нет, спасибо. Equip, давай, officer sword. Я сейчас буду бить по двери, главное, чтобы не стрелять... А, я не буду бить по двери, извиняюсь. У меня были такие мысли, что я буду. Ну и какого, извините, фига? Кровать? А это меня сохранит же, наверное, да? Короче, в этом доме есть кровать. И спуск в подвал. Вот так. Basement. Да, пойдем. А! О! Привет, ты в порядке? А? Он убегает до ближайшего этого. Так, открыть. Как бы я не пожалел сейчас об этом. Эпимаск? Извиняюсь, что? Ну, типа защита. Простая маска. А, я понял, это маска фехтовальщика. Да, вы мне говорили насчет того, что солдат сбежит. Гримуары оккультные. Типа готовится к тому, что я его потом где-то еще... Твою за ногу. А черт с тобой, иди сюда, тварь. Оно быстрое, оно за мной бегает. Я бы от него все равно не сбежал. Сдынь. Вот на нем нужно было попробовать винтовку. Хотя, не, оно не стоит винтовки. Хорошо, что ударил ее. Как бы плохо это не звучало. Так, 2 шиллинга. Теперь у них жизни относительно поровну. Мне теперь интересно насчет... ох, ты же, блин, солдата. Он останется со мной после сохранения или нет? С него монетка. Гнилое мясо, трава. Надо туда внутрь зайти. Я так аккуратненько это все обошел, а мне надо внутрь зайти. Короче, ну его нафиг. Такие вещи нужно открывать... Я потратил счастливую монетку, она мне оба выдала орла. Кайзер, восхождение к власти. Классно, я просрал и монетку, и сундук. Ну нет, ну это талант, согласитесь, ребятушки. Тут же по-другому и не скажешь. Ну вроде сюда убежал. А тут чьи-то... Тут рука отпиленная вообще-то. Пила, ты ли это? Так, вот это что за фигня? Кто мне объяснит? Подношение ничего не стоящего внимания богов. Так, погоди, а куда ты сдрыснул? Там тупик, там рука отрублена и... Или не тупик, или я что-то путаю, погодите. Тут мы этого зажмурили. А, два шиллинга. Я начинаю путаться. Так, эти. Тут можно как-то куда-то пройти? А, тут можно сюда пройти. Ну, пойдем. Здрасте. Гнилое мясо. Забор покрасьте, да?
таких вещей. Где его, то есть его теперь в каком-то другом подвале искать? Этого придурочка. А это случайно... Да. Я тут уже был, погодите, туда вниз я не пойду, там эта тварина. Давайте еще тут полутаемся, я не против. Тут больше никаких входов никуда вроде как нету. Предлагаю обратно в подвал. Ну-ка, сейчас, секундочку. Секундочку. Тут нигде ничего. Ладно, предлагаю обратно в подвал и попробовать выйти с той стороны еще раз. Смотрите, если у нас получится его сейчас найти и зарекрутировать и всякое такое, то у меня же будет человек, который умеет пользоваться оружием. А это плюс. Потому что я как раз оружие под него нашел. Да, там немного выстрелов, но все же он, по крайней мере, ну, наверное, не будет мазать. Начинаю чувствовать себя голодный, а ты прям голодный, да? Так, может быть, хавчика тебе, давай я тебе этот пирожочек скормлю, дружочек. Тебе явно так будет лучше. Поехали наверх. Старый дом. Я тут на всякий случай еще раз пройду, облутаю. Как минимум потому, что он мог убежать куда-то сюда. Я не помню. Я помню, что вы мне писали, что я его найду где-то в подвале. Он куда-то свалит, но я не помню, что теперь дальше. Тут был проход в подвал или нет? Тут был проход на второй этаж. Да, тут было ружье. Погоди. Точно больше ничего нету? Ладно. Мне на секунду показалось, что я где-то слышал справа шаги. Вот именно что показалось, их не было, но пойти проверить пришлось. Погодите, а тут... А, тут я двух упырей вот этих убивал. Это я отсюда пришел. Все, у меня в голове сложилось. Где тогда искать этого придурка, который убежал? Там направо вроде не было никаких... А, не, погодите, я просто дальше... это особняк, не особняк. Я туда пройти не могу, серьезно, это забор? Ну, допустим. К тому же, если предположить, чей это особняк, я бы, наверное, предположил бы, что... Вон того второго чувака, чья голова мне нужна. Первый это дровосек, а второй... Это часы тикают. Патрончики для того, что мне надо. Супер. Альмер. Кожаная библия Альмера. Махабра? Серьезно? Газетная вырезка. Четыре столетия современной истории. Книга слез. Как будто мне тут и так хорошо. Алхимелия, второй том. Блин, ёпарасете. Та-та-та-та-та. Вот, я такой, не найду тут алхимелию. Конечно, не найду. Где ты? Вот, иди сюда, читаем. Это про травы. Так, желтое плюс масло. Сильно, ну, высоковоспламеняющееся, синее плюс. Так, антидот. Golden Channel. Жидкость. И все, три рецепта. Минечку. Поэзия 17 века. Кто-то оставил открытым этот томик. Очень сильно язык изменился с того времени. И ты не видишь никакого смысла для того, чтобы прилагать усилия, чтобы понять эту книгу сейчас. А это случайно книжные полки? Нет, жаль. Ну, по игровой логике они стоят ко мне спиной, значит, мне они не нужны. Дверка. Пробуем.
Я сейчас отсюда что-то выпущу, да, я об этом пожалею. Да, это были маленькие атаки, вы чё? На 300 с чем-то надо. 258. 260. Да? Ну, пробуем еще раз. Тысяча 57. Я не могу ее выломать пока что. По крайней мере, пока что. Хорошо. Давайте сходим в эту сторону. Еще одна дверка. Я мог бы, конечно, попробовать магией, но я пока не уверен, что я хочу тратить магию на это. Так, тут все заблокировано. Это нужно пробиваться или с магией, или найти третьего человека. Нет, тут и так вроде светло пока что, спасибо. А это стекло, которое будет мешать мне стелсить, оно намекает на шиллинги пилла. Дратути. Что-то как мне очень неуютно-то здесь. Два шиллинга. Просто звездец, как неуютно. Я не хочу тут находиться. Я зашел кому-то в особняк, роюсь тут. Мел. Есть дополнительный мел. А, возможно, я пойду где-нибудь... Блин. Да, вы писали, что можно сейвануться с помощью мела при определенных условиях, но я пока не допетрил, как это делается. Так. Дверки. А, это открыто! Когда какие-то дверки открыты... Здравствуйте! Это явно тот самый сектант, который... Я не хочу с ним драться. Оно явно сильное. И двери у тебя не ломаются никакие, твари ты кусок. Нет, я пойду отсюда. Спасибо за гостеприимство, я у вас тут полутался, мне понравилось. До свидания. Хорошо, я думаю, что мои предположения подтверждаются, кто это. Напишите мне, если я ошибаюсь, конечно. Но я думаю, что это именно тот второй чел, чья голова нам нужна. Мне на секунду... То есть я прочитал, что мясной молот, я такой, что из мяса сделано? Потом типа для... отбивки мяса, скорее всего, да? Equip. Такой же. Как копье. Не ты. Equip вместо офицерского. Плюс один. Да, хорошо. Хорошо. Меня это вполне устраивает. Даже один damage. Это уже неплохо. Красная травка. Мы немножечко сильнее стали. Так, тут мы все лутанули. А, давайте тогда... Что я предлагаю? Я предлагаю, наверное, идти в ту часть города. Ну, то есть он из подземелья сбежал, скорее всего, туда. Попробовать там полутать еще раз... В общем, мне нужно найти солдата, чтобы нас было трое. Когда нас будет трое, я смогу уже, наверное, что-то как-то на кого-то наехать, наверное. Я не знаю. Так. Сюда нам не пройти. Да, значит, идем сюда. А тут сейчас, вот тут сейчас будем петлять как-то, не знаю, посмотрим. Оно уже вырвалось на свободу, скотина. А как оно так за нами бегает? Оно же там на месте. Какого фига, извините. Моментально просто наскочил на нас. А, так, скилл. Бежать.
Approach the enemy with devastating force. Chance of stun. А, не получится, у нас она не одета. Unable to escape, отлично. У меня еще не полная хпшка. Меня тут сейчас убьют. Она сейчас сдохнет так. Айтем. Если меня убьют, легче от этого не станет. Так, айтем. На себя. Если я это еще и выиграю. У нее по 15 снимается. Айтем. Да чем ты ее бьешь, тварь? Ладно. Есть еще чем лечиться? У меня есть Blue Herbs. Пробуем. Отлично. Ха! Пробуем по репе. Он без рук, без ног. Есть! Мы его ушатали. О, какая же ты скотина. Из него только этот заплесневелый хлеб. Побить его. Тыщ. Так, мы живые. А зачем я сюда опять вернулся? Но, по крайней мере, это место, ну, зачищено, грубо говоря. Рыба. Что где-то еще было? Яйцо. Яйцо. Я потратил практически все свои нормальные хилки, потому что светло-голубые флаконы, они очень крутые. Сколько у нее хпшки осталось? Блин, вообще ни о чем. Но, по крайней мере, нам тут больше никто не угрожает. Теперь мы тут, как говорится, Apex Predators. Высший хищник. Белый. Но белый, кстати, хорошо. О, сухое мясо высушенное. Белый флакончик меня выручил, потому что я снял заражение. Да ну чертов общественный туалет. Так, хорошо. Это с одной стороны неплохо. С другой стороны, как мне теперь драться с лесником? С дровосеком. Если... Так, мне теперь нужно исследовать подвалы, которые мы тут понаэтовали, да? Для того, чтобы найти этого придурочка мелкого. Блин, мне бы сейчас третий в пати понадобился. С другой стороны, я как только сохранюсь, она же уйдет из пати. То есть, мне оно... О, тут же кто-то еще ходит. Я помню, я тут не убил одного моба. Может, ушатать ее? Давайте, чтобы... зачистим уже территорию. Ваншот, неплохо. Еще и лутануть тебя можно. 2 шиллинга. Страшные деньги. Так. Можно сходить сюда. А это такой же дом, как с ружьем, только ружья тут нет. Тут есть сундук, точно. Давайте мы его... Последняя монетка. Офицерский меч. Отлично. Еще один. Не то, чтобы он мне нужен, но с другой стороны, смотрите, там я потратил и монетку, и сундук просрал. Здесь я монетку не потратил, так еще и сундук нормально оказался. Ну, правда, вещь мне не нужна. Слабеет от голода. Не-не-не-не-не, ребят, так нельзя. Хавчик и вот давай овощной пирог.
Опа, пошел. Ее бы подлечить на самом деле. 9-миллиметровые буллеты. Так, летающая аммония. Где мне этого мелкого-то искать? Чёрды. Я не хочу прямо сейчас идти сохраняться, потому что солдат явно здесь. Ну, то есть... Блин. К тому же мы сейчас уже всех тут уравняли, мы можем спокойно ходить, никого не бояться. Голод нам, правда, будет мешать в этом. Или, может быть... Ну, понимаете, сейчас идти драться с дровосеком... У меня хпшки маловато. Я, конечно, могу похилиться вот этими. Кстати, неплохо догнали, так потратили сколько? 3 штуки. Но она в неплохом состоянии. У нас дэмэдж более-менее есть. И мне кажется, раз мы с Винопотаму утоптали, то, может быть, мы пойдем и того тоже гаснем. Вот эти блуждания здесь. У нас уже и время серии заканчивается, раз уж на то пошло. Че он на меня кинулся? Что я ему сделал? До этого он спокойно себе там стоял, делал всякую свою фигню. Тут вдруг сорвало с него резьбу. Возвращайтесь завтра. Но я понимаю, что тут есть такое понятие, как завтра. Прайхевель. Но в том-то дело, что это не подвал. Это типа дом. Подвал тут. В подвале я был, и в подвале этого чувака нету. И я знаю, что я сейчас туплю, извините, ребят. Я ничего с этим не могу сделать. Мне очень хочется найти этого чела. И когда у меня это не получается, меня это немножко бесит. Потому что я пойду сейчас сохранюсь. Поменяется часть дня, поменяется все. Я уже... И солдата не найду, и вот эту потеряю, и вообще останусь. Там док, правда, будет, но мне это не особо поможет, потому что он со мной за границей территории там особо не пойдет. А, давайте тогда... Да. Пойдемте как финальную нотку попробуем пощупать дровосека. Я не знаю, получится, не получится. Я сейчас немножечко, у меня моральный баф от того, что я убил свина. Вот. Но посмотрим, как оно будет. В общем, сначала рубим руки. У него, правда, вот эта фигня еще поползет, если вы помните. Эх, сохраниться бы, а? Было бы неплохо совсем. Может, я просто дом твой сначала облутаю? Лошара. Яйцо. Тут ничего. Ворон вот этот напрягает. Потому что он там постоянно крякает. Ключ от подвала у дровосека, я знаю. Я сейчас так просто туда не попаду. Ладно, черт с тобой, пойдем. Иди сюда, я тебе накостыляю. Итак, сначала руку с топором. Есть, отбили. Вторую руку отбиваем. Давайте вот эту штуку ему отфигарим. Хорошо. Ай, больно. Оно ногой, видимо, меня ударило. Давай одну ногу. Давай вторую ногу. Да, мы его отфигарили. Он меня пару раз ударил, но на самом деле
Топор. О, топор. А топор у нас случайно не лучше будет, чем то, что мы носим? Ну, он, кстати, неплох. Он всего лишь минус 2 дает. У нее опять хпшки нету, но с другой стороны... Мы убили дрова... Ой, стой, голову ему отпилить. А как... У меня же есть пила, у меня же есть... Дайте я ему голову отпилю. Так, ладно. Дать морковку. Погладить. Никакой реакции. Он слишком высокого о себе мнения. Исследовать. Угу. Пойдем сначала к бабульке в подвале сходим. Если вы не знаете, откуда бабулька в подвале, смотрите демку. Так, а как туда попадать? Вот я не помню, сейчас посмотрим. Это как-то вот здесь. А, вот тут. Точно, 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 точно. Вот тут. Открыть. Ребят, ух ты ж, золотая шантара, неплохо. Мясной молоточек опять, еще один, хорошая пушка. Ребят, давайте так, как отрезать голову этому придурку, напишите в комментах, пожалуйста. У меня же есть пила, у меня есть, в принципе, режущие, колющие, три арбалетных этих стрелы, неплохо, вот и такое есть. То есть мы его ушатали. Как нам отрезать ему голову? Можно потом будет прийти к его трупу и как-то поглумиться над ним? Так. Вот, нарисовать сиджел. Вот этот, например. Не реагирует, отлично. Так. Мертвая бабулька. Она уже давненько тут умерла. Не, ничего стоящего. Кроме вот этой бумажечки. Написанной кровью. О том, насколько кое-кто очень хороший любовник. Я в первый раз, когда увидел эту бумажку, я думал, что она про дровосека. На самом деле, мне потом в комментах написали, что она это про козла. Уж как бы, да. О, сказка о Pocket Cat, отлично. У нас тут куча всякой литературы, которую нужно будет почитать. Наверное, мы, кстати, это сделаем в следующей серии. Что я сейчас предлагаю? Раз мы устранили большинство угроз у нас здесь находящихся, сейчас еще на втором этаже гляну. Я очень расстроен, что я не нашел солдата. Так его через так. О, тут можно поспать. Давайте я тут и сохранюсь. Фишка в том, что меня день перемотает или нет? Все живы. Все живы. Значит, солдат тоже до сих пор где-то жив. Угу. То, что происходит. Да, но это все же мы читали. Нам сейчас откроют. Что у нас есть 3 дня. 3 дня. Думаешь, мне нужно убить всех остальных? Так, давайте делаем сейф, но делаем сейф уже, наверное, вообще отдельный, потому что... Вот 4-й, потому что он никак не вписывается на нашу основную концепцию. Так, о, и она ходит со мной, я сохранился, и она ходит со мной, отлично. Вот, вот что нужно было сделать. Хорошо, ребят, серия прошла просто офигенно, я на самом деле не ожидал, что так хорошо пойдет. Тогда, на этом моменте мы с вами пока что останавливаемся. Пишите, что вы думаете, как, что, где, зачем. С удовольствием почитаю комменты к этой игре, они особо интересны. Пока что на этом все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.